Друзья, всем привет! Вы на канале «Очень вкусная еда». И сегодня мы делаем лимонад, потому что 34 градуса на улице, жара настоящая. Хочется чего-то холодненького, такого освежающего. У меня уже есть видео на канале «Лимонад». Там мы давали рецепт турецкого лимонада. А здесь я покажу вам рецепт своего лимонада, который я делаю очень часто. Он довольно-таки простой, ему не надо ни варить, ничего. Вот сразу сделал и сразу можешь начинать его пить. Итак, что нам понадобится? В моем рецепте идет 4 лимона, 2 апельсина, сахара примерно стакан, мята, ну и, конечно же, лед. То, что делает наш лимонад таким освежающим, прохладным в эту жаркую погоду. Ну что, поехали! Итак, друзья, мы добываем цедру с 4 лимонов и 2 апельсинов. Именно цедру. Итак, у нас есть цедра 4 лимонов и 2 апельсинов. Теперь мы добавляем сюда стаканчик сахара. Берем ложку и размешиваем. Наша задача добиться однородности этой массы, чтобы сахар как бы пропитался цедрой. Какой сегодня запашок идет классный. Кто любит более кисленький лимонад, можно апельсины не использовать, чисто лимоны. Но у нас есть внуки, которые любят, чтобы лимонад был не кислый. Так. Теперь мы немножко воды запускаем в это пространство. И воды хорошо теплой, чтобы сахар растаял. Потому что в холодной воде это получится, но будет очень долго. Добиваемся растворения сахара. И сейчас мы выдавим сюда сок 4 лимонов. Добываем сок из 4 лимонов. Лимонный сок. Получился вот такой вот стаканчик. Там еще, по-моему, даже чуть-чуть осталось, да? Теперь мы берем сюда 4,5 литра воды, то есть 3,5 литровых бутылки, и наполняем нашу кастрюльку. Рецепт, который я вам показал, идет на 4,5 литра. Ну, в оконцовке мы будем пробовать, чтобы проверить вкус. Может, где сахара добавить или еще чего-нибудь. Лимонад готов у нас, и мы его процеживаем, чтобы цедра не была у нас под зубами. Друзья, у нас получилось, смотрите, 4,5 литра лимонада. Вот эти два пойдут в холодильник, туда не надо лед. А этот мы сейчас закинем немножко льда. Смотрите, какие красавцы. Брум. Брум.
я думаю, хватит. Ну и мята. Какой же лимонад без мяты? Ах, запах какой идет. Вот такая красота у нас получилась. Друзья, ну что, надо же пробу снять, как всегда. Как всегда, очень вкусно. Это просто праздник какой-то. Быстро, вкусно, полезно. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а мы увидимся в следующем видео. Пока!